Всем привет, друзья! Значит, у нас ноутбук Asus. Замена батареи. Как меняем батарею? Соответственно, переворачиваем ноутбук. И по периметру откручиваем все болты. Все болты откручиваем. Складываем недалеко от себя их. Ну, нижние маленькие болтики все спереди идут, 4, остальные все одинаковые. Так что не парьтесь, без проблем их закручивайте назад. Потом, когда открутили все болты сзади, находите любую карточку пластиковую и по кругу отщелкивайте. Вот, собственно, я вставил карточку метрополитена и по кругу ей проводите по периметру. Потом, когда отщелкли, по кругу прошлись, берете аккуратно, здесь поднимаете спереди. Там вот шлейфы. Эти шлейфы снимаете аккуратно. Клавиатуру я снял, все, сюда я положил рядом. Вот наша батарея, значит. Здесь аккуратно отщелкиваете, откручиваете болты. И она снимается сама, без каких-либо проблем. И ставим такую же новую батарею. Ну вот, ребята, у нас новая батарея, вот там старая батарея. Так что все так же самое, собирайте назад, в обратном порядке. Всем до свидания.